рассказать о себе, потому что много людей, like people, окей, все. Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово на румынском, там, мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то, что очень классно, мне очень приятно, то, что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете русский язык, и мне это очень приятно. Я просто хотела